Короче, пацаны, последствия. Упало только что, боже, на эту машину, знаете что? Ей вообще похер, откололся, короче, кусочек, но это не самое страшное. О, смотрите, о, последствия называется. Упало ворота. Чего, блядь? На машину. А сегодня у нас первая серия, сегодня у нас самая вступительная по вот этой вот развалюхе. И что я хотел сказать? Был у меня вот такой очень интересный дружочек, и он что-то стал вялым. Вот он. Проснись. Кеша. Вот так вот мы сейчас поедем, собственно говоря, на точку ремонта этого транспортного средства. Этот Кеша прикреплен, самое что интересное, на цепочку. Посмотрите на эти сногсшибательные колеса. Тут стоит дерьмовая штамповка. Что я могу рассказать по поводу вот этой жиги? Во-первых, перекрашена полностью баллончиком. Во-вторых, наш Кеша полностью отпал. В-третьих, она куча наклеек. И вы скажете, типа, ты что, йоу? Типа, чувак, ты участвуешь в соревнованиях, откуда у тебя куча вот таких вот NASCAR наклеек, куча спонсорских наклеек? Нет, пацаны, дело не в этом. Короче, я как красил, отсюда повылазил шпакль, и я эту шпаклю, короче, закинул. Что еще могу рассказать по поводу этой машины? В ней куча приколюх, она постоянно ломается. Если берете себе первую машину, берите классику, сразу говорю. Вы получаете в подарок книгу, инструкции по авторемонту. Она у вас будет ломаться просто всегда. Далее также есть еще неоновая подсветочка. Я не знаю, обращали вы внимание или нет, но она сейчас не работает, потому что это Жигули. Все. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. Короче, пацаны, еле как загнал тачку в гараж, потому что у меня, как я уже говорил, у меня отпал выхлоп полностью. Вот, если посмотреть, там, короче, логово, можем посмотреть. И вы можете наблюдать вот такую вот очень интересную магистраль, да, понимаете, и я даже магистралью не завершил, черт знает что. Вообще, понимаете, изначально я эту жигу планировал собирать, ну, тупо так для себя, чтобы маленько с ней что-то доработать, там что-то подкрасить, там что-то перекрасить, чтобы у нас получился сногсшибательный шедевр. Но, понимаете, она начала постоянно ломаться. И в итоге это дело во что переросло? Переработана полностью подвеска, переработана подкапотка, переделаны все провода, к чертовой матери. Сейчас у меня опять начались проблемы с аварийкой, сейчас у меня аварийка не выключается. Это вообще уже через все рамки лезет. Дальше что переделал? У нас переделан салон, потому что сиденья стоят не те, которые, собственно говоря, были на нем. Что дальше еще у нас стоит? Также у меня есть гидроручник, но я его еще не установил, потому что я, собственно говоря, еще не обладаю такими навыками. Вот, также поменена трапеция с дворниками, она тоже, представляете, вот взяла вот и отказала, сказала просто вот, типа, я не хочу работать, потому что мне это не нравится, и я ее бам, переделал. Также у нас нету еще одного зеркала, сразу говорю, проект этот, он еще далеко не законченный, потому что еще будет проводиться подсветка по всему салону, будет дорабатываться покраска автомобиля, выделываться все маленькие штришки, это еще только самые первые пробные выезды его. Также есть куча недоработок по поводу покраски, потому что я это красил чуть ли не один в соло и полностью всю машину полировал, грунтовал, шпаклевал и еле как это докрашивал. Но это еще не конечный вариант, потому что летом это как бы эскиз машины, потому что летом я буду уже ее переводить в более нормальный вид. То есть я буду улучшать, короче, кузов, доваривать кузов, буду работать над колесами, над колеей и так далее. Сейчас мы заглянем на заднее сиденье, и я вам покажу просто трэш. Ясно, понятно. Не откройся лучше. Смотрите, какие фокусы творятся в этой машине. Вот мы видим аварийку. Ну, конечно, ее плохо видно, но не суть, вот она. То есть сейчас она мигает в нормальном положении. И показывается в нормальном положении. А если мы нажмем, будет происходить такая пластиналия.